Выставка-ярмарка «Содействие здоровому образу жизни» стартует на Брещине 18 сентября. Традиционно в мероприятии примут участие предприятия и организации Брещины, которые продемонстрируют современные разработки, технологии и оборудование для сохранения и укрепления здоровья. Сегодня состоялась пресс-конференция, на которой были озвучены основные направления работы выставки, состав ее участников, а также точные сроки проведения. Кроме того, в отличие от предыдущих лет, мы расширили площадки для информационных встреч, проведения лекций врачами, специалистами наших учреждений здравоохранения областных и города Бреста. Также у нас будут присутствовать специалисты республиканских учреждений здравоохранения. Это РНПЦ гигиены, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, которые тоже предоставят свои информационные технологии и диагностические. В рамках выставки пройдут консультации врачей-специалистов, диагностика здоровья, экспозиция натуральных и безопасных товаров, а также презентация спортивных, туристических, оздоровительных и реабилитационных услуг. Информационно-образовательные мероприятия на тему сохранения здоровья для детей, подростков и взрослых, физкультурно-массовые и культурно-развлекательные мероприятия. В рамках данной выставки будет очень удобно посетителям получать вот все услуги, поскольку это будет единая площадка. И можно будет буквально в рамках этой выставки получить максимум для себя полезного. В рамках форума уже традиционно будут подведены итоги конкурса «Здоровая семья». А более подробную информацию о программе мероприятий уже в ближайшие дни можно будет найти на сайте Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также Брестского областного исполнительного комитета.